Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь, это Fidelio Incident. Господи, чуть не сказал эксперимент. Но на самом деле, действительно, здесь какой-то практически эксперимент происходит. Так, что у меня, не понимаю. Что у меня с обзором? Ладно, что-то пошло не так явно. Так, если мы вот так выйдем... О, все нормально. Значит, еще раз, давайте смотрим. Я едва ли могу чувствовать свои... ручку в своих пальцах. Полностью мое тело, все онемело. Я ничего не вижу, и слова на этой странице. Я не могу остановиться и не плакать. Кто-то забрал... Они забрали мое сердце. Стэнли был арестован. За то, что он взорвал бомбой пап Рори. Ну, конечно, что, заслужил? Кто-то должен set him up, кто должен был что? Someone must have, кто должен его чего-то там сделать с ним, короче говоря. Я спросил моего, вытащить его. Я спросил моего отца, знал ли он, как, что сделать со Стэнли. Но он сказал, что нужно просто двигаться дальше по жизни, понимаешь? Ну, то есть, как бы, не кручиниться, все нормально. Стэнли долго не проживет внутри тюрьмы. I nearly spit in his eye. Я? Чего? Я nearly, значит, рядом плевала в его глаз? Я клянусь всем святым. Если я найду способ что-нибудь сделать с арестом... А, если, видимо, я не найду способ... Подожди. If I found he had anything to do with Stanley, если я смогу найти, что он сделал что-то, что... А, вот он говорит, если, говорит, я узнаю, что он поспособствовал тому, что Стэнли посадили в тюрьму, то я его заживо сожгу, прикинь? Какая воинственная дочь. Ладно, мы продвигаемся, мы с вами вроде как... Нормально себя чувствуем, здесь у нас пчелы летают. Нам тепло, хорошо, у нас деревья здесь какие-то. Гейзеры опять же бьют, опять у нас вентили, которые нужно, судя по всему, крутить. А зачем их крутить? Че ж такое, не понял? А-а-а! Ни хрена себе, какие пчелы. Тихо, а ну-ка врубай. Понятно здесь. А ну-ка выкусите, маленькие засранцы, говорит он. Понятно, короче, здесь у нас не холод, у нас здесь пчелы. Будут наши... самой главной опасности. Ну ладно, пусть будет так. Нет проблем, мы будем уничтожать их с помощью гейзеров. Еще одна страница. Текста, конечно, дофига. 3 апреля. Все на своем месте. Но воздух чувствуется пустым и пусто в моей груди. Я лишь могу слышать, мое сердце бьется, отдает в мои уши. Через несколько часов... жизнь моя закончится. Но если... But that's only if I'm very... Но это если только я очень... Thank you, love. Господи, тихо. Now it's time for me to return a favor. Говорит, еще раз. Через несколько часов моя жизнь такой... А, какой я и знала, она будет окончена. Вот, смотри-ка. Но это только если я буду очень удачлива. В конце концов, иначе моя... жизнь просто окончится. Сегодня я спасаю Стэнли. Нифига себе, она решила устроить ему побег. Я начинаю, похоже, понимать, что они делали в этом самолете и куда они летели. Похоже, что она каким-то образом его спасла оттуда, и они теперь... О, да ладно тебе! Закрыто, блин, надо эту штуку убрать. Нужен какой-то ключ или что-то типа того, чтобы выкрутить. Так, ну ладно, пошли искать. Должен быть какой-то обходной путь. Может быть, здесь я смогу пройти. Ну, вот здесь нормально же ты проходишь. Вот и все, видишь, нормально прошли. Оу! Это пчелы? Это пчелы. Ну, они где-то наверху там. Ну, ладно, нам это не понадобилось. Так, дальше. 30 января. Мы не были на океане с весны, и это было шоком увидеть дерево чего-то там. So barren and frail. Что-то с ним, может, засохло как-то дерево. Как мы подошли, Стэнли взял, обернул свою куртку на моих плечах. До сих пор было тепло, исходило от его... А, типа, куртка была теплая от его тела. Я что-то натянула шарф на свой нос, чтобы... Collar, не шарф, наверное.
Оно, наверное, что-то, наверное, горловину, может быть, натянуло на свой нос, чтобы понюхать, пахнет ли оно так же, как он пахнет. Это... Нет, не пахло, просто пахло пылью и мотболс с каким-то непонятным чем, какими-то шарами. Дальше, Стэнли, может быть, это мотболс, может быть, это, типа, нафталин? Да, скорее всего. Стэнли сказал, что его отец... Bring here and spy, привез бы его сюда и шпионил. Это вот почему мы так страдали. Он думал, что теперь мы наконец-то понимаем, что это в конце концов значит. Но мне интересно. Я положила эту куртку на землю и потянула нас обоих на нее. Я просто хотела, чтобы он забылся. To make him forget. Да, забылся до конца этого дня. Я просто хотела забыть остаток мира, кроме него. Так. Трава была... Она раздражала кожу. Была сухой. Ну, ичи, может быть, даже, кстати, какая-то типа колючая. И небо было белым. As butcher paper. Как бумага мясника. Не знаю, что за бумага мясника. Ни то, ни сё. Нас не беспокоило. И мы просто... Bothered to speak another word. Что-то там какое-то другое слово сказать. Холодный ветер. Понятно, в общем. Всё. А они, значит, сбежали. Они сбежали, судя по всему. Эта вода выглядит отвратительно. Чё, ты прыгать сюда будешь? Ну, пора прыгать, чувак. Поплыли в вонючую жижу. По крайней мере, я смотри-ка, твои ручки вижу теперь. Ух ты, блин, выглядишь вообще стрёмно. Крути. Все нормально, выплываем. Выплывай нафиг скорее, точно задохнешься. У нас ни уровня кислорода, в ничегошеньки нет. Фу. Ух ты, блин. Ой, по крайней мере, эта вода не такая холодная. Она чего-то там фэл какой-то. Не знаю, что за фэл. Что у нас случилось-то? Как нам дальше пройти? Так, здесь. Здесь мы нифига не пройдем. А что? Ну я покрутил. Что это изменило? Мне кажется, это ничего не изменило. Вот здесь. Ладно, пошли здесь. Наверное, может быть, что-то там дальше произошло. Так. Значит, нам надо идти по краешку, да, видимо, здесь? Или чего? Или где мы должны спускаться-то? Нет, здесь трава. Трава. Здесь тоже не пройти. Ха-ха, интересные вы такие ребята. И куда же мне дальше-то идти? Здесь я тоже пройти не могу. Смотри, он не идет сюда. Только он обратно идет. Ну ладно, как хочешь. Там вон у нас пчелы несчастные. Что-то гасятся. Ну ладно, пошли. Смотри, там может быть что-то... Открылся какой-то проход. Где-то. Может, где-то здесь. Воу, пчелки. Сколько вас. Постой. Ну а дальше-то что делать? Вот эту штуку я, может, могу теперь покрутить. А, ну да, действительно. Вот, отлично. О, это очистит путь. Очистит путь, но куда? Сюда мы спрыгнуть не можем, конечно же. Может, мне по... А, мне, наверное, по дереву надо пройти. Вот он что. Понятно. Ну ладно, хорошо. По дереву, так по дереву. Тихо. Обратно давай. Не будь я Маугли, чтоб я не мог так взять и по дереву спокойно пройти. А тебя-то нормально? Тебя не обожжет горячий поток воды? Должен быть какой-то короткий путь на вершину горы. Ага, я понял, вот сюда идем. Серьезно, здесь просто какая-то фигня. Может быть, у них прям резервация какая-то последних сил. Воздух тяжелый и воняет гнилью, и... Но я не больше... Говорит, больше я это не что-то не нюхаю, я это чувствую. Так, вот у нас какой-то здесь есть. Ага. То есть нам нужно... Зона 2. Нам нужно как-то убрать вот этот вот... Эту штуку, она мешает. Как ее убрать? Не знаю, вот еще какой-то вентиль. Здесь тоже он не крутится, да? Все, заблокировали. Ироды. Так, здесь синяя труба у нас есть. Есть еще рычаг здесь. Что за фигня здесь? Так, смотри, зона 1, значит, нужно повернуть.
сюда, потом там повернуть что-то там, и зона 2. Я не понимаю, что вы хотите мне сказать. Но это головоломка, которую нам нужно решить. Зона 1. Как вот эти штуки желтые убрать? Давай пробуем здесь покрутить. Здесь тоже это не убирается. Да вы что, смеетесь что ли? Так, давай дневничок почитаем. Так, слишком много было человек на этом рынке. Я не могла себя слышать. Мне просто нужно было выбраться оттуда. Я попросила Стэнли, чтобы он что-нибудь там выбрал. И чтобы мы могли просто отсюда свалить. И он сказал что-нибудь типа, да бери то, что ты хочешь. Я хотела, чтобы он принял решение хотя бы один раз, и я могла бы остановиться от мыслей. Не... обо всем на свете. Нет, ладно, не ори, все спокойно. Наши сумки были такими тяжелыми, мои руки просто все уже искривились от изнеможения. И кто-то... Клоус. И кто-то рядом вонял, как коза. Или как козел. Невозможно. It may have even been... И да, это возможно, даже я сама так воняла. Так что я бросила все и позволила... этим сумкам катиться по улице. Да, мне было плевать. Я уже устал от этой толпы и от вони постоянно. Вони карри. Такая приправа. Мне надоело, мне опротивила эта жара. Я просто хочу идти по зеленой траве. Я хочу чувствовать холодный, прохладный воздух на своей коже. Под небом цвета butcher paper. Наверное, это что-то... Butcher означает... Это мясник. Paper означает бумага. Наверное, какое-то есть конкретное выражение для... перевод для butcher paper. Может, какая-то особая бумага цвета голубого такого. No nightmares, никаких кошмаров, но Стэнли... Депрессия Стэнли становится хуже. Ну ладно, ладно. Давайте думать, как нам решить эту головоломку. Значит, синяя труба. Какие-то зоны у нас здесь. Зона 1, зона 2. Естественно, нужно это все... как-то запустить. Так, эта штука у нас не делается, эта штука у нас тоже не делается. Не крутится, нифига не крутится. Вроде как есть вот такая фигня. Есть еще вот такая фигня. Она здесь открыта. Может быть, ее как-то надо закрыть? Смотри, там вот еще один у нас костерчик. Давай-ка возьмем записочку. Молли работает в тюрьме. Она была обеспокоена о том, чтобы идти на эту работу, но мой отец настоял, что это было, будет хорошо, если кто-то там один будет из нас внутри. И он хотел использовать ее. Но это обернулось против нас. Это подвергло ее риску. Она была... She got the powder inside. У нее был какой-то порошок или мука внутри. И это чего-то там было от соседей, которые... чего-то sleep into Stanley, что-то сделали, видимо, проскользнули под Стэнли завтрак его. Если бы он сожрал достаточно, то боль в его суставах была бы настолько ужасной. Короче, они его пытались отравить, его пришлось бы тогда переместить в госпиталь. Но если он съест слишком много, это может его убить. Понятно, короче, нет, не отравить, они специально пытались ему подсунуть какой-то порошок, чтобы как бы заставить его болеть, тогда бы это вынудило тащить его в госпиталь, и тогда бы можно было бы, наверное, его как-то спасти. Типа вызволить оттуда. Что ты не крутишься-то? Давайте разбираться, значит, что у нас здесь. Он поднимается только в одном направлении. Это как бы перекрывает, получается, перекрывает. Вот эта штука. Ну как убрать? Как убрать эту фигню? Сейчас, погоди, я соображу. Так, давай-ка закроем. Вот, точно, мы сейчас закрываем. Это так и работает. Так, пошло-пошло. Вот она сюда. Пошла труба. Куда она пошла? Ага, вот она убралась. Все понятно. Поворачиваем сюда. Так, здесь, видимо, убралась. Я думаю, это будет легкая задачка. Сейчас откроется у нас люк здесь. О, хорошо. Эти мухи ушли. А дальше-то что? А дальше мы продолжаем, похоже. Так, давай-ка посмотрим, что-то еще убралось у нас здесь. В рычагах. Так, здесь не убралась желтая фигня. Нужно еще что-то запустить. Здесь тоже не убралось. Здесь тоже не убралось. Это что, все? Подожди. Здесь тоже заблокирован. Нет, этого же недостаточно, чтобы пройти. Потому что нам нужно еще открыть вот эти штуки. Понятно? Или, а если мы закроем, то оно, они опять прилетят, получается, так?
Давай проверим. Сейчас проверим, сейчас проверим. Сейчас мы эту штуку закрываем. Так, вот здесь у нас уже заблокировано, да? Да, здесь уже заблокировано. Ага, все верно. Давай пробуем закрыть. Вернутся ли они обратно или нет? Так. И они не возвращаются. Ну все, то есть мы их прогнали. Теперь нам нужно еще вот ту штуку открыть. Окей, давай в другую сторону. Вот, вот так. Давай теперь здесь крутим. Найс. Дальше идем. Наверное, где-то здесь должна открыться, нет? Нет, что-то не то, погоди. Что-то не то. Давай-ка закроем вот эту. Закроем. Так, синяя пошла у нас. Синяя-синяя идет сюда. Вот, теперь мы можем вот сюда перекинуть. Да, все верно. И теперь мы открываем вот, вот эту вот. Должно сработать. Она открылась здесь? Нет, она здесь не открылась. Что-то нужно еще. Вот сюда нужно перекинуть. Ага, все, я понял теперь. Сюда мы перекидываем и вот здесь открываем. Все. Вы что думали, я не справлюсь? Все, как справлюсь? О, теперь путь свободен. Ну, пошли. О, звонит. О, я пытаюсь оставаться, не спать, но мой ум. Прежде чем самолет упал, ты не сказал, ты не закончил свою историю о том, как ты украл коробку со сладостями. Но я думаю, что я реально знаю, как она закончится. Твой отец, он знал, что ты сделал. Он просто не знал, почему. Ну, до сих пор, ты никогда не спросил его. Никогда не извинился или чего-то там. Так что ты никогда ему не рассказал правды. Но это было ведь всегда там, разве нет? Это заброшенное место между вами. Как незаконченная история. Она... Ее голос такой слабый. Давай, беги уже. Ладно, мы спускаемся дальше. Что у нас здесь? Еще один. Ух ты, блин, ты посмотри, там какой вонючий бассейн. Сколько много текста. Я не могла идти к моему отцу за помощью. Он бы... Не, он бы... Он, короче, был рад, что Стэнли оступился. Но этот безумный ублюдок... со мной сегодня не знал это. Так что он сделал все, что я ему сказала, включая, он стырил какую-то машину помощи, скорой помощи. Молли позвал нас, о Стэнли, для того, чтобы нас... А, чтобы Стэнли можно было перевести, который дал ему чего-то там, головной или главный старт на чего-то там, на реальной... На реальной машине скорой помощи. Не понимаю, что это означает. Ну ладно, неважно. Я выглядела просто очень странно в этой форме. Короче, она переоделась, видимо, в доктора. Но наши документы были в полном порядке. Так что я просто держала свою голову прямо и позволила Стэнли вдохновить мою уверенность. Ну, неважно. Даже так, я едва ли... не упала в обморок, когда охранники вытащили его на колесах. Видимо, на кресле каталки или на какой-то, не знаю, кушетке. Он реально выглядел почти мертвецом. Охранники загрузили его на борт, и мы поехали с ним. Через 5 минут этот сумасшедший ублюдок... А кто? 5 minutes out. Что за сумасшедший ублюдок? А, он вколол, какой-то сумасшедший ублюдок, вколол обоим охранникам анестезию. Так что, именно таким образом Стэнли был освобожден. Ох, черт, эта вода воняет. Я не знаю, сколько там внутри разных жучков, червячков. Ну, я так думаю, что нам надо прыгать. Поплыли, ух. Смотри-ка, а, вкусняшка. Главное, не пей эту воду. Давай, открывай дверь. Откроется? Не откроется, черта с два. Так, давай ныряем. Блин, что, он не может, что ли, нырнуть? Он не умеет плавать.
Что делаешь? Давай, давай, ты сейчас задохнешься же. Что надо делать? Нам надо, короче говоря, видимо, открыть какой-то вентиль, и после этого нужно будет нырнуть сюда, чтобы проплыть туда. Там была какая-то... Давай, давай, все нормально. Все хорошо. Ладно, пошли искать вентиль. Не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Господи, Иисус. Я даже не хочу думать о том, что там растет. Но это просто гниль. Фу. Рори, чего-то там Hosted Awake at his pub and victims of Wednesday. Что-то там, короче, он... ну, я не знаю, что такое Hosted, видимо, ну как хостинг, типа, дал прибежище кому-то там в своем пабе, жертвам дня Врена какого-то. Я думаю, он был просто... пытался покрасоваться, его арестовали год... в прошлом году за то, что он с полицией чего-то там делал. Взятки какие-то. И все это стало вдруг политическим. Короче, неважно. Стэнли и я сели в машину на долгое время, смотря вперед на дверь и проглатывая все. The black suits until the pub. И что там, черные куртки внутри until the pub looked like... Короче, паб наполнялся черными куртками, людьми в черной одежде. Но пока это все не выглядело, как будто это вообще прям чернила. Стэнли открыл дверь машины, но я схватила его руку и спросила его: Take me to our tree. Увези меня к нашему дереву. Я почувствовала чего-то там, что беспокойство сковало меня. И затем я вошла в этот черный паб, в пивнушку, и больше я никогда... не увидела неба. Стэнли не сказал ни слова, он просто начал завоевал машину, и мы оттуда свалили. Я уже начинаю очень смутно понимать, что здесь происходит. Ну да, это и не важно. Типа того. Я думаю, что нам нужно идти вот сюда, и здесь нужно крутить вот эту фигню. Крути, крути, крути. О, давай посмотрим, поможет ли это избавиться от запаха. Сейчас вода спустится. Ну точно, точно. О, нет. Но, по крайней мере, я могу теперь видеть, с чем я имею дело. Может, нам сюда? Ну, скорее всего. Еще один бункер. Побежали, побежали. Мне уже не терпится узнать, что это за место такое. И почему с нами все это дело происходит? Ладно, пошли наверх. Он же понятия не имеет, где его жена находится. Так ведь? Оу! Мы там же, только... чуть повыше. Значит, что у нас здесь? Эту штуку мы перекрываем нафиг. Перекрываем. Вот, все, побежали. Побежали, покрутим в другом месте. Мне ж, по идее, до сих пор нужно пройти через дерево, насколько я понимаю. Давай. Ох, здесь закрыто. Стоять. Где-то должен быть переключатель. Да, вот здесь мне, короче, надо... Вон там, смотри. Давай, крути. Точно, мне надо сейчас, чтобы из этого бассейна бил гейзер. Я полагаю. Вау, да, отлично. Все, это сработало. Вау, там все взорвало. Чё? Это все, ух ты, блин. Это все, что получилось? Ах, ты ублюдок, а чё, почему? Кровище из дерева. Мне надо что-то другое придумать. Жуки все еще там. Почему кровище у нас тут течет? Ух ты, блин, ладно, выходим отсюда. Подожди, я не могу найти выход. Да. Вот это неприятное местечко, я скажу вам. Ну, хоть стамина не заканчивается, мы можем, по крайней мере, здесь бегать, как сумасшедшие. Давай посмотрим. Что у нас здесь? Может быть, на дне что-то найдем? Так, водичка. Кровища. Оу, yeah. Кровавый душ. Ладно, спокойно. Это не кровище, это типа сок. Красный сок дерева. Что-то упало, смотри, какой-то шарф упал. Надо хватать, наверное. О, шарф! Это же не имеет смысла. А, типа я смогу пройти через жуков. Ну, сомнительное предприятие, но давай все равно попробуем. Я американский ниндзя. Ну, забьются, так забьются, а что? В лицо. Отковыряем потом из глаз, из носа. Видишь, жуки мне не помеха. Ой, жуки страшные. Ой, господи Иисусе.
Ты, главное, их не глотай. Выплевывай, выплевывай. Практически здесь Леонора. Уже почти, любовь моя. Ага, конечно, почти уже здесь. Мать Мэри, Падди убили. Так было написано в газете, британской газете, чего-то там, боксинг, day raid, рейд дня бокса. Но это не был рейд. Везде это называлось резня дня Врена. 7 людей были расстреляны на следующий день после Рождества. Я не знаю, что, о чем вообще это была за встреча. I don't know. И я даже не хочу знать. Это было все настолько... all violent. They were all... И там были все жестокие люди, кроме отца Стэнли. Но почему Падди Уитейкер? Что он там делал? Как он услышал об этом собрании? Он пытался поговорить, сказать им... Или что-то... Попытался их как-то... Чего сделать? Выведать, что они планируют. Мне нужно найти Стэнли. Он должен... He must be going through hell. Он должен... Он должно быть прошел через ад. Ну, прошел через ад, да. И у меня тут тоже ад, в общем, такой творится, локальный, я бы сказал. Какая-то фигня непонятная вообще совершенно. Давай, ползи, у тебя же ледоруб где-то в кармане должен быть. Давай, моя маленькая Лара Крофт в мужском теле. Ты сможешь подняться наверх. Да, из последних сил. Смотри, правый ледоруб вообще не зацепляется, а левый прямо, прямо вообще нормально входит. Давай, еще чуток. Ну, подтянись. Как на физре там было. Но я думаю, что Стэнли, он не из робкого... О, дерьмо. Что, батарейка села? Потрясающе, просто супер. Господи Иисусе, опять карабка. Я могу это сделать снова. Я верю в тебя. Давай. Мне кажется, он сейчас силы его оставит. Он просто долбанется сейчас головой вниз. Давай, тянись. Главное, чтобы ледник этот не обрушился. А что там наверху за... Какие-то искры в меня летят. Что за искры? Давай, 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 давай. Ох ты, блин. Ты посмотри, какой закат у нас здесь. Окей. О, дерьмо. Слушай, ну вообще красота ведь, согласись? О, господи, не смотри вниз. Не смотри вниз. Мы, получается, все еще на эту гору пытаемся забраться с черным пеплом. Вулкан или как он там? Не знаю, не знаю, не знаю. Мне казалось, что мы попали вообще в какую-то другую область. Господи, это что такое еще? А, беги! Сейчас будет землетрясение! Какого фига все обрушивается? Беги, чувак! Что-то вообще, он не хочет бежать, кстати. Один шаг за один раз. Давай, 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 давай. Главное вот так вот по краешку. Осторожненько. Наверх. Оу, точно. Вот. Леонора. Мне кажется, ее здесь нет. Мне кажется, ее здесь нет. Че? Где? Где? Нет. Нет, 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 нет. О, нет. Ее здесь нет. Ну да, ее здесь нет, чувак. Пожалуйста, скажи, что... Скажи мне, что ты хочешь. Я сделаю все, что я могу. Все, что могу сделать. Да, все. Я что, сделал недостаточно? Да недостаточно все это сделал. О, пожалуйста. А, мы внутри. Здесь какая-то очень подозрительная башня. Ну, пошли наверх. Я думаю... Где? Я думаю, этот остров не так прост. Ты знаешь, кто я такой, мальчик? А, да, ты отец Леонора, Майкл О'Шей. Ты знаешь мое имя, но ты не знаешь, кто я такой? Да. Я знаю в точности, кто ты такой. Я боялась этого всего. Я был здесь. Но в день резни Врена. Я не согласен с этим человеком. Я думаю, он был наивным. Он назвал меня террористом и мошенником, преступником. Но не сказал, сказал мне это в лицо. Я это уважаю. Но я с ним не согласен. Ты согласен? Что за двери? Они не открываются. Ладно, пошли наверх. Нам, видимо, нужно просто ходить наверх.
Стоять! Тихо! Дверь вруби быстро! Ты думаешь, мой отец сказал в полиции? Вот так, да, думаешь? Я знаю, кто это сделал. И вот поэтому я здесь. Рори Кокрейн, это полицейский информант. Рори? Он признался после своего ареста, он имел дело с наркотиками в своем пабе. Нет, 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 он мой приятель. Это не может быть. О, Рори нас предал, да? Рори нас спалил. Ну ладно, мы спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Давай, 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 давай. Сейчас что-то будет по сюжету у нас тут выясняться. Так, смотри, зеленая дверь. Стэнли. Стэнли, вернись ко мне. Куда? Куда, дорогая? Куда вернуться? Ладно, что-то тебе надо от меня. Леонора. Мне надо знать, что она будет с человеком, который может побеспокоиться о своих обязанностях и семье. Да-да-да, я смогу. Я смогу побеспокоиться. Я дам тебе шанс доказать это. Так что ты скажи мне. Ты сделаешь все, что должно быть сделано? Ну, конечно, я, в общем-то, здесь этим-то и занимаюсь, мистер Майкл О'Шей. Чё, прыгаем? Не знаю, что происходит. Какой-то психодел. О, смотри-ка, это пап. Подпишись на Маугли. Это не может, как это может быть? Подпишись и лайк поставь. И ты будешь счастлив. О, господи. Это же день рождения Рори. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, кто поет? Че, это ключ какой-то я взял? Ла-ла-ла-ла-ла. Выходим. Это не та дверь? Нет, не та дверь. О! Рисуночек. Пожалуйста, мистер, можете помочь мне найти моего отца? Скажите ей, что я хочу домой. А где твой отец? А где еще? Кто здесь? Где? Кого? Чего? Ла-ла-ла-ла-ла, хватит петь. Так, ладно, у нас здесь несколько дверей есть. Попробуем сейчас одну из них открыть. Во, открывается. Тубзилет. Ух ты, смотри, какой обкаканный. О, господи. Нет, 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 не это снова. Валим, 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 валим. Господи, Иисусе, беги, 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 беги. Я не знаю, зачем я убежал. Что мне нужно было с этим сделать? Бу-бу. Мне кажется, мы сделали что-то не то. Может быть, он горит. О! Господи, я горю, я горю! Нифига себе! О, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет, я в порядке. Я до сих пор жив. Господи, спасибо, Господи Иисусе. Ладно, окей. Окей-окей-окей-окей, я в порядке. А, понятно. Значит, мистер террорист у нас теперь сваливает. А он же был террористом. Это же он подзорвался. Так, еще одна у нас здесь. Я думала, что вещи станут лучше. Я надеялась, что все будет продолжаться. Я верила, что Падди Витикер... Правильно, я верил в его послание. Но насилие не могло быть ответом. Но теперь он ушел. Прошлой ночью паб Рори взорвали. Спасибо святой матери Рори, которая закрыла паб для его дня рождения. Но 10 человек умерли, и среди них была маленькая девчонка. После раз, когда мы были атакованы таким же образом, мой отец сошел с ума. Он заливал ликером свой гнев до тех пор, пока ад, ну, его жизнь не превратилась в ад. Теперь он молчит в своей могиле, и это еще больше меня пугает. Это что у нас? Такая пушечка, которая тушит, да? Пушечка, которая тушит, мы ее поворачиваем. Отлично. Маленький брандбой. Пар. Он разгоняет огонь. Ну ладно. Не, правда, в игре очень классная графика. Мне кажется, ну... Ой, сначала я замерзал, теперь я просто сгораю. Я не знаю, что хуже из этого всего. Вон. Вон она там. Ох, стоп, 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 стоп. Прекрасно. О, дерьмо. Ладно, мы здесь можем. Леонора! Я иду! Просто держись. Я практически все закончено уже. Да вот я не уверен в этом. Ой! О, дерьмо!
Нормально, нормально. Ты быстро спустился. Все правильно. Господи Иисусе. Так, еще один у нас тут. Бронзбой, который мы сейчас будем крутить. Куда пойдем-то? Давай, крути. Крути сюда. Вот, видишь? А что ты тушишь, мистер Бронзбой? А, мы еще несколько раз можем крутить. Ах, вот оно что. Давай еще покрутим. Я не совсем понимаю, куда нам нужно идти. Здесь мы... Ой, я не могу перебраться через это. Я могу пройти здесь. Да, прекрасно, звоночек. О, Стэнли, спасибо Господу, ты жив! Я видела тебя, ты стоял там на холме. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, Стэнли! Огонь подбирается! Так, мы ее вроде как выключили. До сих пор жива. До сих пор жива. Так, отлично. Теперь врубаем. Теперь врубаем. Врубай. Вот. Потушили. Потушили. А что это нам дает? А. Нам, короче, надо сделать так, чтобы у нас загорелось. Надо сделать так, чтобы у нас загорелось дерево, которое потом упадет. Правильно понимаю? А как это сделать? А, вот дерево у нас упало здесь. Не понял. Ну, давай еще крути. Давай еще. Элеонорка, жди меня. Я уже на подходе. Давай еще раз. Еще раз закрутим. Сейчас должен его потушить. Тушись. Отлично. Все, давай. Быстро, быстро, быстро. Пятки не подпали. Я сделал это. Давай, Стэнли. Что такое? Беги, беги, беги. Да ж... Да ёкарный ты, бабай. О, нет, ты тварь несчастная. Как мы теперь пройдем? Ну ладно, пошли, вот еще дорога какая-то есть. Огонь ревет вокруг меня. Он хочет сломать меня изнутри. Но я до сих пор чувствую холод. Да вы издеваетесь, что да сколько? Ох, дерьмо. Так, ладно, пошли, уходим. Другой должен быть путь. Ага, вот здесь типа, понятно. То есть там у нас преградился путь, здесь у нас очистился. Окей. Давай посмотрим, что у нас здесь творится. Значит, бункер. Бункер, который у нас замерз. Замерз? Огонь! Как это до сих пор может быть замерзшим? Ну, надо, наверное, бункер отпереть. Я уже не понимаю, что происходит. Давай, крутись в бункер быстро. Ой, не крути, не крути, не крути. Все, нормально. Оттаял. Побежали. Мне кажется, в эту игру было бы идеально добавить, ну, немножко реальной мистики какой-то. Не просто схождение с ума, а прям реальной мистики, какой-то загадочки. Я понимаю, что здесь тоже, в принципе, психодел творится. Мне надо открыть... Как мне нужно прорубить? Как мне надо... Это как-то нужно открыть проход. Как это сделать? Я без понятия. У меня нет никакой зажигалки. Может, мне надо взять ветку горящую какую-нибудь? Давай ветку горящую бери. Где? Ветка. А, вот я могу пройти. Кеюшки. Опа, смотри, что у нас здесь. До сих пор я никогда не знала, сколько мой отец ненавидел Стэнли. И человек, этот человек, все время со своими секретами, но он никогда не врал мне. Он пытался сказать мне, почему Стэнли был на самом деле арестован. Но правда о Рори Кошарне, но... А, и правду о Рори Кошарне. Но я не могу поверить, что он сказал о Стэнли. Я не могу, эти все люди. Стэнли бы никогда... Ох, мы сейчас что-то узнаем о Стэнли. Что-то интересненькое выяснится. У нас два прохода здесь есть. Ну, пошли сюда. Даже больше. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, походим, побродим. Мне нужно что-то найти. Какую-то палку горячую, чтобы там можно было... Рори, смотри-ка, из его туалета что-то. Так, вот эта штука есть. Давай-ка вырубим ее. А, мы наоборот врубили, и мы потушили. Ладно, мы потушили, а дальше-то что? Мы потушили это дерево. Ну и... Для того, чтобы мы могли вернуться по-быстрому. Пошли сюда, сводим. С днем рождения, Рори, написано там. Так, смотрим.
Это у нас что за фигня? Непонятно. Понятно, понятно. Не двигается. Так, вырубай. Вырубил. Дальше теперь. Теперь эту штуку перемещаем. Вон, смотри. А, понятно, понятно. О, надеюсь, это откроет проход. Теперь понятно, что это такое. Сейчас мы по-быстренькому в бункер пройдем. Здесь тем более, смотри, мы все нормально так отогрели. Ну давай скорее уже, беги. Там жена твоя помирает. Так, бункер, бункер, бункер. Вот он здесь. Бунка! Ныряй в него. Здесь очень много именно завязка на какой-то вот, ну, реальной ситуации, на политических вот этих вещах, на каких-то взрывах, на каких-то криминальных там разборках и всякой этой борьбе за власть и за народ. И поэтому это немножечко как-то вот, ну, выбивает из колеи, честно признаюсь. Так, что у нас здесь? Доступ? Леонора! Стэнли! Где она? Я не вижу ее. Быстрее! Огонь! Слушай меня! Мне придется тебя оставить. Нет, 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 подожди, подожди, ты не можешь! Эти вентиляции там. Если б я только мог позволить их запустить, мне придется потушить. Не покидай меня, ты будешь в порядке. Где она? Я не вижу ее. Я тебе обещаю, она там внутри сидит. Я обещаю. Стэй, останься со мной. Так, что у нас? Три каких-то этих штуки. Аксесс, что-то там на север. Побежали. Надо что-то запустить. Надо просто попробовать потушить огонь. Вот это он хочет сделать. Куда ты побежал? Эй, чувак, вернись. Чувак, вернись. Может, нам в бункер надо бежать? Так, ладно. Сделать прохода нет. Господи Иисусе! Я вернулся туда, откуда все начал. Подожди, это тот же самый остров, просто он теплее почему-то стал. Зато мы теперь можем пройти здесь, видимо. Давай, давай, давай. А, все открылось. Заходи, 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 скорей. Бежим, 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 бежим. Надо уже добить. А здесь все замерзшее почему-то. Ну, нам нечего бояться. Ух ты, опять замерзать, что ли, начал? Ну ты че? Черт! Там снаружи все горит, а здесь я замерзаю с холода. Так, какой-то насос. Так, холодно! Давай скорей, 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 скорей. Гипотермия, это я в курсе. Мне нужно срочно где-нибудь отогреться. Во. Так, все, отогрелись. И побежали дальше. О, по крайней мере, здесь тепло. Здесь тепло. Так. Крутим. Что-то я... Одна заслонка. Окей. Открылась дверь какая-то там. Дальше, дальше, дальше. Что у нас здесь? Вот еще один. Крути. Так, ладно. Один, значит, мы запустили. Еще какая-то дверь закрылась. Черт, нас заперло здесь. Ну и ладно. Стэнли, это работает. Я знаю, ты меня слышишь. Это работает. Крути. Возвращайся ко мне, Стэнли. Не покидай. Не покидай меня, пожалуйста. Вернись ко мне. Сейчас, сейчас, сейчас. Погоди, Леонорка. Я сейчас до тебя доберусь. Вон, последний, я вижу. Последний вентиль. Я практически закончил. Смотри, он сейчас не добежит, мне кажется. Он не добежит. Это специально сделано, чтобы он не успел добежать. Как холодно! Скорее крути! Крути, придурок! Давай, ты должен сделать все, чтобы покрутить его! Нет, 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 нет. Ты же не окочурился? Стэнли. Стэнли. Ох ты ж. Леонора, даже через эти тяжелые каменные стены я все равно слышу твой голос. Даже эти холодные сосульки втыкаются в мои кости, я все равно могу тебя чувствовать. И да, здесь, в конце, я не знаю, где это все начинается. Сложно так подобрать слова, но я думаю, что это тот момент, когда я закончу свою незаконченную историю. Через все эти годы вместе ты должна была узнать, что я сделал, но ты никогда меня об этом не спрашивала. Никогда меня ни в чем не винила, и я никогда тебе не говорил правду. После того, как мой отец умер, мне хотелось просто свалить. Но когда Майкл дал мне шанс отомстить, я взял его.
Но когда я поместил бомбу в этом пабе, я не хотел месть своему отцу сделать, я его предал. И поэтому меня все время терзали ночные кошмары с тех времен. Я чувствовал жар этого взрыва и крики, я чувствовал запах... пыли. Все, что я видел, это красный маленький шар, который что-то там развивался на ветру. И каждую ночь я возвращался в этот кошмар о ней. Я видел ее, как она входила в эту пивнушку, чтобы взять своего отца за руку и сказать... Я ей все время говорил, не входи, но она никогда не слышала. Она все время проходила через эту дверь. Я не заслужил ту жизнь, которую ты дала мне, и я не заслужил что-то там. Ты меня спасла из тюрьмы, но ты заплатила за мои грехи. Ты принесла в жертву все, чтобы со мной убежать. Время теперь, чтобы оставить мои кошмары позади. Без меня ты сможешь быть свободной. Без меня ты можешь пойти домой. Так он умер или нет? Крути! Крути, крути, крути. Леонора, you are my light. Ты моя жизнь. Goodbye. Прощай. И что? Что случилось дальше? Так, остров. Так, мобильник. Так, шмотки. Баллоны. Крыло. Go ahead, rescue one. Продолжай спасательный отряд один. Продолжай. Вижу женщину, она едва лишь в чувствах. Говорит, она уже обморожена, уже вся синяя, но она как бы с нами, типа она жива. Подожди, подожди, а он-то куда делся? А он-то где остался? Это типа страницы дневников. А, вот он что. А он здесь замерз нафиг. Видишь, у нас обледеневает экран. Вот он полз, кровища, телефон его. Весь покоцанный. Он вернулся в этот самый самолет. И, видимо, здесь уже отбросил коньки. Замерз нафиг, чтобы просто она могла продолжать жить без него. И могла как-то строить дальше свою судьбу. Ну вот, вот что я понял из того, что здесь произошло. И открыть достижение. Do what needs to be done. Сделай то, что должно быть сделано. Fidelio Incident. И пошли у нас титры. Ну что ж, спасибо большое, говорит разработчик, за то, что мы играли и закончили эту игрушку. Спасибо вам, дорогие мои зрители, за то, что закончили смотреть ее вместе со мной. Ну что ж, классная графика. Ну такой как бы симулятор ходьбы. Триллер, скажем так. Который, с одной стороны, нам намекает, что вроде как здесь происходит какая-то дичь, как какие-то сверхъестественные вещи, там какие-то галлюцинации, какой-то бункер непонятный вообще на острове. К чему он, мы так и не поняли. Но при этом еще рассказывается история жизни людей, которые попали, ну, скажем так, в самый замес всех этих политических интриг и всяческих разных там терактов и прочего. Тяжелая судьба, как женщина своего мужа изваляла из тюрьмы, рискуя своей жизнью. В общем, суровая ситуация. В любом случае, спасибо большое, что были вместе со мной. Если вам понравилась эта серия, то обязательно поставьте ей лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Маугли. Это была игрушка Fidelio Incident. Увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.